Тельцы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце. Первая карта для вас в начале – семерка жезлов. Преодоление ваших трудностей. Да? Преодоление ваших преград какие-то уходит. Да? Да, как бы тяжело ни было. Для некоторых, может быть, были до последних 7 лет, кто-то 7 месяцев. Но здесь как будто какие-то, ну, знаете, трудности уже в начале месяца у вас уходит. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается, что это из вашей жизни уходит, да, что вы преодолеваете. Это у нас карта тройка пентаклей. Да? Может, для некоторых, я хочу сказать, может, налаживание в отношениях, да, вы все-таки решились, да, еще сохранить ваши отношения, преодолевать какие-то трудности и попробовать что-то новое. Для тех я могу сказать, что эта карта говорит о том, что вы должны делать, знаете, уже в начале марта повышение ваших квалификаций, да, повышение ваших знаний, да. Для некоторых вот будет то, что вы сами как личность, вот это то время в начале марта, вкладываться в себя, да, построить что-то новое. Здесь для того, что, может быть, кто-то может преподавать какие-то, да, может, какие-то знания, может, кому-то, и благодаря этому вы сами себя будете как личности понимать. Здесь вот, вот в начале уже марта уже показывает, что вы можете спокойно это делать, да, можете спокойно вкладывать в себя. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта рыцарь жезлов. Очень много, как я сказала, очень много были жизненные уроки для вас, да, очень много вы падали и поднимались, да, горели изнутри. Но и то, что вы уже вначале идете вот к своим целям, да, вы достигаете своей цели, даже то, что горит, даже то, что вы иногда падаете, вы все-таки встаете и идете вот дальше. Здесь как бы, знаете, исполнение, да, ваших целей, да, ваших целей, которые для вас было тяжело вот как бы, ну, сделать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что вам высшая сила подсказывает. Карта тройка жезлов. Тройка жезлов показывает, что все-таки в середине месяца марта вы будете стоять перед выбором. Это может быть касается для некоторых то, что тяжело оставить прошлую работу, еще думают, что хотят новую работу, да, но все-таки думают об этом, стоит или не стоит, хотя по этой карте то, что вы должны это делать, это то время. Для тех, которые вот преодолевают какие-то трудности в отношении, да, здесь все-таки вы в середине месяца будете стоять перед выбором, да, выбором, да, вам нужно будет этот выбор сделать, как бы тяжело это бы не было. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта шестерка кубков. Шестерка кубков, знаете, вас вот в середине, почему будете стоять перед выбором, потому что у вас будет, знаете, вы хотите идти в новое, да, вы хотите что-то новое в вашей жизни, но все-таки вы не отпускаете прошлое, да. Те, которые находятся в отношениях, все-таки могут иметь вот человека рядом, но все-таки вспоминают свое прошлое, не отпускают. Для некоторых может быть такое, что может быть какую-то поездку, да, какой-то вот, но здесь как бы из-за работы не могут, да, и у вас воспоминания, ностальгия, да, вот вы доскучаете, да, и вот этот выбор для вас как бы и тяжелый. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это четверка мечей. В середине месяца вот для того, чтобы вы не спешили этот выбор сделать, постарайтесь брать какую-то паузу, да, обдумывать хорошенько то, что вы хотите, да. Если вы хотите достичь каких-то целей, у вас это есть, да, здесь нету какие-то преграды, да, но здесь как будто вам мешает ваше прошлое, да, вы не можете ее отпускать. Из-за этого вы можете вот эта ностальгия вам, вот именно ваше состояние, то, что когда вы не знаете, как правильно, да, делать этот выбор. Поэтому постарайтесь вот не входить в ваше прошлое. Прошлое есть прошлое, ее нужно все-таки отпускать, да, из-за этого и говорится, что оно прошлое. Мы живем сегодняшним днем и настоящее, вот как говорится, и будущее, постараться, чтобы делать лучшее. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца.
карта сила, высшие силы на протяжении всего месяца будут вас поддерживать, да, они будут вам дать руку помощь, да, они будут вам помогать, да, идти к этим целям. Но еще для некоторых хочу сказать, в конце месяца постарайтесь не эмоционально, да, постарайтесь более, знаете, мягко относиться, даже если что-то не получится, да, даже если какая-то ситуация в вашей жизни не получится, вот именно в середине, в начале, постарайтесь вот контролировать себя, да, более мягко, более понимать, что происходит. Вообще, а стоит вот этот выбор сделать, вот спешите именно сейчас, или все-таки будете, знаете, осознать, как правильно его сделать. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца. Это у нас карта дьявола. Карта дьявола показывает ваши искушения. Все-таки в конец месяца вас будут искушать. Вам будут дать такие уроки, которые, знаете, может быть, какие-то ситуации, которые вы будете искушать. Те, которые находятся в отношениях, постарайтесь не входить, как третье лишнее, да, постарайтесь не входить в эти отношения. Для некоторых я хочу сказать такое, что может будет этот выбор касаться вот что-то новое, да, новых отношений, да, может вы будете стоять перед выбором прошлых отношений, да, вы захотите, знаете, как может быть ваше воспоминание вот уйдет вот в прошлое, да, для этого вам будет как бы и тяжело. Давайте возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. Как себя вести более благородно, да, по королеве жезла это показывает вас, женщина, да, то, что вы благородны, и вы поймете, да, что высшие силы вас поддерживают, и вы будете понимать правильно, как себя вести. А для мужчины, может, рядом с вами есть такая женщина, которая она может вас поддержать в этот трудный момент и сделать правильный выбор, да. Еще хочу сказать, постарайтесь именно март месяце не эмоционально, более вот именно на ментальном уровне сделать вот это решение, да, делать какие-то это шаги. Но эти шаги вы должны как бы не то, что вы идти в прошлом, а просто постараться вот в будущем идти, да, постараться идти в что-то новое. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на YouTube канале.